Всех приветствую, меня зовут Данила, и мы с вами продолжаем играть в игру Мотор Депот. Сегодня с вами прокатимся на КамАЗе 54-115, но не из сериала «Дальнобойщики», ну вернее как, из сериала «Дальнобойщики», только КамАЗ Близнецов возьмем. Как помните, были там такие герои. Так, для этого нам просто нужно поменять прицеп и наклейку. Наклеечку выбрать, так, это не та. Вот, третья наклейка КамАЗа сериала «Близнецы». Сериал «Дальнобойщики 2». «Дальнобойщики», блин, что я путаюсь. Подождите. Я хочу еще... У них флажки там были, и у меня флажки висели. Я их просто когда-то снимал, по-моему, для РПшки. Да. Я их сейчас хочу. Во. Отлично. Так, ну что... Погнали. Нахожусь я в одиночной игре, в онлайн не стал заходить, потому что давненько что-то не гонял в одиночной игре. Сегодня такой хочу небольшой ролик сделать, как раз прокатиться на этом КамАЗике. Получается, ну сейчас будем выбирать маршрут, куда нам ехать. Так, маршрут. Яманкаши, Москогазы. Ну, скорее всего, давайте в Москогазы поедем за 22 тысячи. Хотя можно в Яманкаши, но... Не, ладно, погнали в Москогазы. Так, стоп. Москогазы, ну. Так, а зачем тогда Яманкаши выбрал? Минуту. Москогазы, вот они, не вторые. Ну, Москогазы все же немного дальше будет, чем Яманкаши. Ну, ладно, это все же не столь далековато. Ну, и как бы не столь коротко. Прям вообще отлично. Жалко нема вообще загрузиться в Серпове и отвезти куда-нибудь... В Заурье, я не знаю, где-нибудь. По-моему, раньше можно было грузиться конкретно в городе Серпов. Так, давайте сегодня хоть правила пособлюдаем. А то в прошлом видео на МАЗе гнал, как страшный конь. Так, как гонщик себе там представлял. Да и вообще в моторке. Вы прекрасно знаете, как я езжу, как я гоняю. Так вот здесь вот сейчас давайте немножко по-аккуратному будем себя вести. Ой, тормозим. Левый поворотник. Немного давайте приблизимся, потому что отдаление страшное. О, полностью скопированный КамАЗ. Классно? Я думаю, да. Так, блин, я Жигули подпихиваю, но как-то ни хрена не едет. Не ходят, не хотят они ехать. Водитель что-то там спит. О, все, давай. Выезжай. Ой. Так, все, пост ДПС проехали, теперь можем топить. Трафика поставил очень мало, но, как видите, идет он достаточно медленно, поэтому обгонять мы сами его будем очень и очень часто на сегодняшнем нашем пути. Ну, собственно говоря, как обычно. Так, ну КамАЗик сколько? 95, ну до 100 его можно разогнать. Особенно с горочки, поэтому... Ну, учитывая, что расстояние до самих Москогаза, ну, невелико, небольшое. Тем более, если бы мы ехали с вами в одну сторону, ну так-то мы едем с вами в две стороны, поэтому... Ну, это все равно, как бы, я не считаю за какое-то такое здоровое, огромное расстояние, не. А расстояние все же такое... Небольшое, все же такое маленькое. Так, вот сейчас как раз будет спуск. Аккуратно между просачиваемся. Я понимаю, на легковушке еще так посередине мог обгонять, да? Пропускай между собой. На КамАЗе. О! Еще бы чуть-чуть я цепанул. Ну, на КамАЗе, конечно, это делать, ребят, максимально стрёмно и опасно. Я даже так скажу. Так, отлично. Вас мы объехали. Жигуленок. Капец. Как-то КамАЗ этот 54-115 быстрее ехать стал, не замечаете? Наклейку поменял и все, и сразу там плюс силы к движку добавились. Ну как-то он реально стал быстрее ехать. Хотя и ну, как бы здесь по техническое состояние ничего нельзя накрутить, чтобы он быстрее у тебя ехал. Как бы какие-то тюнинги там или еще что-то. Турбины ставить? Нет.
Так. Тебя мы тоже обгоняем, КамАЗы, самосвалы. Ну и вот так вот тут вырываемся. Так, обойдем. Ой, газелька, тихо. Волга. Да, нормально, нормально. Нормально. Ну, он уже можете видеть вдалеке, как у нас расстояние уменьшается. Ну, конечно, в реальности на КамАЗах так, я не знаю, гоняют какие-то гонщики только что. Ну, как бы есть специальные КамАЗы такие для гонок. Вы прекрасно знаете. Ну, а так, обычный дальнобойщик, я думаю, в потоке будет там 70 ехать. Тем более на КамАЗе. У них как бы свои там ограничения будут идти. Но на КамАЗе так и подавно. Поэтому вот так вот все сделано. Это мы здесь в игре, в симуляторах всяких, можем у себя это позволить сделать. Ну, в реальности, конечно, было бы стремновато, согласитесь. В реальности, вообще, думаю, на КамАЗе там больше 100 ехать, это стремновато. Там ты его крейсерская скорость 90 и все, там 85-90, зачем больше на КамАЗе и не надо. Это реально стремно. Особенно с фурой, если тягач еще, не знаю как. Ну, если, наверное, самосвал, да, допустим, пустой, да, порожником, вот как у нас впереди сейчас. Ну, на нем, мне кажется, будет, ну, тоже стремновато, но более-менее. А так на фуре, когда у тебя сзади еще до хрена метров, это сильно. Мы его там, кстати, подрезали немного, остановился. Да. Ну, ладно. Опустим с вами этот момент, опустим это дело. Так, уже тем временем нам осталось ехать всего лишь 3 километра. Ничего так. Быстренько, да? Как я говорю, за нашими разговорами, быстренько мы с вами доезжаем. О, на. Ну, сейчас нормально так цепанули. Вот сейчас, да, в последнее время начинаем цеплять. Вначале, как выехали, никого не цепляли, а сейчас вот прям эти зацепления неприятные пошли, вот эти подрезания, да. Пускаем, конечно, ну кого-то без зеркала, да, можно оставить, кого-то просто черкануть, но все же на такой скорости, такой махины, это достаточно-таки неприятно это делать. Так, здесь тоже обходим вот так, не по правильному еще, по мосту. Ну ладно. От третьего лица вообще неудобно ехать, потому что не видишь, фура длинная. И особенно если идешь на обгон, то удобнее это делать с кабины, потому что здесь обзорность лучше. Я уже много раз говорил про это, когда на фурах в мотор-депот ездил. Конкретно на фурах так удобней. Ой, тихо. Вот это сильно опять же цепанули. Так, это, кстати, мы где? Озерцово. А, ну здесь, в принципе, легко, да, вот Озерцово. Здесь не запутаешься, здесь у нас идет Видоватого, Озерцова и Москогаза, и все, в принципе, да, сколько. Ну, если, допустим, в Лаптеры едем, 2 населенных, 3 населенных пункта, и все. А в нашем случае до Лаптеров нам нужно преодолеть всего лишь 2 населенных пункта, не 3. КамАЗы спавнятся. Ну, кстати, смотрите, поставил трафика мало, да, автобусов что-то я не вижу. А, почему не вижу? Вот он поехал. А, нет, нормально. Что-то я на них внимания даже не обращал. На эти автобусы. У меня есть автобусы, почему? И мопазиков, ну, которые добавились в трафиковые автобусы. Вот там, если ставишь то ли много, то ли средний, тогда не появляется. Но, ребята, мы с вами уже приезжаем в Москогазы. Сейчас будем загружаться. То мы просто порожняком едем. Ну, сколько нам там? Двадцаточку платят. Так, ну, кстати, в горочку мы уже теряем с вами нашу скорость. Сколько мы там с вами? Почти 100 ехали. Ну да, это, так и знаете, неплохо, неплохо. Мы с вами так-то гнали. Так, здесь сейчас налево поворачивать. Да, налево. Хорошо, так, никого бы не цепануть. А
Остановимся. Проезжаем. Все нормально. Угу. И заезжаем. Доставьте груз на склад. Отвезите груз в данном направлении. Ну да. Погнали. Это куда нам? В... Да, в Серпов. Я даже карту не открывал. Потому что все знаю наизусть. Ну хорошо, тогда погнали. Чем мы будем стоять? Все, едем обратно. В принципе, туда, так никого там, откуда и приехали. О, газеля отлично вырулил. Сейчас бы могло быть лоб в лоб. Но я вырулил, я справился. Трактора появляются, да, нормально так спавнятся. Откуда? Не возьмись. Ну, в деревнях это нормально. Все, едем обратно. Минимально, конечно. Постараемся попадать в ДТП, чтобы у нас это было мало. В сегодняшнем видео, потому что я даже вначале на светофорах стоял. Это явление довольно... Ну, учитывая, что я в онлайне катаю, да? Там, где светофоры не работают, на них практически не стоишь. В одиночке... Ну, в одиночке я сейчас как бы толком и не играю. Только если что-то тут поделать надо, то тогда да, захожу и... Да и то особо как-то, знаете, и не стою. На светофорах этого я не делаю. Так, тебя мы... Как-то тяжело, да, у нас скорость одинаковая с ним, но я его, наверное, там зацепил. Снова подрезал. Ну, некрасиво, некрасиво я сделал, конечно, ребят. Ну, а что сделать? Жизнь такая. Вы ничего с этим не сделаешь. Между, прям между страшно ехать. Желтая Волга, ну можно представить, что это такси. Пускай без шашечки, еще сзади тонировка. Значит, кто-то там сидит такой, мы его объедем, даже не подрезали. Причем это очень хорошо. Так, ну тебя давай, наверное, тоже объехать следует. Ой-ой-ой, как же неудобно, не дать, я лучше в салон. То я туда-сюда вроде хочу от этого лица проехаться, да? А нифига это не выходит. Потому что, как видите, ну, управление, не знаю, конкретно лично для меня неудобно управление на фуре от третьего лица. Возможно, возможно, для кого-то будет удобно. Но для меня конкретно нет. Для меня неудобно. Поэтому лучше ехать как-то жать педаль газа из салона. Тут и обзорность лучше, и увернуться можно лучше, и затормозить, ну и в общем все такое. Хотя слепые зоны тоже у нас тут присутствуют. И никаких камер, как у нас сейчас, да, в новых грузовиках, здесь в КамАЗе не установлено. Здесь либо дополнительные зеркала устанавливали, либо, не знаю, молись, чтобы ни на кого не наехал. И будь максимально осторожен. Ну как это у нас тут все в старых КамАЗах. Вообще техника хорошая. КамАЗы эти, они до сих пор трудятся. Сколько лет они уже трудятся и сколько еще будут трудиться. Допустим, вот этот впереди идущий самосвал, я их у себя в городе. И за городом я их вижу, блин, наверное, вот, реально. Ну вот как шакманы сейчас всякие, да, новые их катаются. Вот, наверное, наравне с этими КамАЗами. Да, в любом случае при Союзе их было куда больше, гораздо больше. Ну и тогда новее они были. Сейчас же, конечно, да, вот эти все китайские грузовики у нас тут, всякие шакманы появляются. Так, вот этот знак Видоватого когда-то тоже ехал на данном КамАЗе, и тоже влетел этот знак, да? Встретил он меня, это удивительно. Ну, кстати, ролик на канале есть. Можете посмотреть, уже достаточно-таки давно, но да, было дело. Помню, дело было. Так что да, КамАЗы стойкая машина, ездит еще и при хорошем и добром обслуживании будет ездить еще достаточно тихо, хорошо. Вот так вот. Ну конкретно тягачи, да я и тягачи встречал, тоже по городу я видел, даже пород 5410 тягач. Тоже катался там, какие-то трубы возил. Это же где-то их еще держат. Каких-то там на автобазах каких-то не работают. Ну классно, классно. Машина зверь, машина живая. Также могу сказать и про старые мазики. Ну, мазики сейчас там да и более-менее новые, допустим, у нас тоже работают по городу в качестве тех же мусоровозов.
Кстати, да, вот буквально на днях, пару дней назад, я видел КамАЗ-мусоровоз. Прям реально старый, вот как здесь мотор депо можно сделать из КамАЗа 5320. Мусорку. Вот такого плана я видел в реальности. Я не знаю, конечно, он стоял. Не знаю, может он списан, может он на металлоломе, а может просто еще и работает даже, не знаю. Ну, такие вот КамАЗы у нас. А мы тем временем с вами уже подъезжаем к Серпову, вот. Да. Что тут уже ехать, да? Практически ничего. Это поворот на Корнукова. Все, Серпов, сейчас немножко еще прокатимся, мостик проедем и все. Считайте, мы уже там же. Ну да, достаточно-таки быстро. Сегодняшний рейс у нас прошел на КамАЗе, ну потому что бы далеко не собирался выбирать. А на КамАЗе с Близнецов, по-моему, я конкретно на видео не катался. Поэтому не было у нас таких роликов. Можно еще какие-то РПшки интересные придумать. Я думаю, в скором времени я займусь этим делом, связанным с РПшками. А там, ребята, посмотрим. Вы тоже. Можете что-то предложить, что-то написать. Так. Еще КамАЗы, КамАЗы. Нормально. Я, кстати, никогда не видел, чтобы мотор-депо тут машины поворачивали в Асолу. Там, по-моему, машины у нас не ездят, да? Потому что в Порт-эн-Басе, я помню, машины туда поворачивают, и в Порт-эн-Басе машины там катаются. Я иногда бывает путаю, а где же я видел трафик? Потому что есть места и в Порт-эн-Басе, и в мотор-депо, где трафик не катается. А я вот как-то увижу трафик в той же Асоле, уже и путаю, думаю, в мотор-депо я его видел, в мотор-депо этот трафик? Или в Порт-эн-Бас? Потом вспоминаю, ага, в Порт-эн-Бас. А в мотор-депо ездит ли он на Асолу? Кстати, если кто знает, можете написать. Вот я вот действительно сейчас не помню конкретно этого момента. Поворачивает ли трафик на Асолу, ездит ли он на Асолу. Как-то я запамятовал с этим моментом, вообще непонятно. Все, Серпов официально. Стелла встречает нас. Так, надо, наверное, тебя обогнать. Хотя, ой, блин, ну не самое лучшее место. Смотрите, пост ДПС. Тормознем. Так, сколько? 70. Ну, плюс 20, в принципе, нормально. Так, а здесь уже остановимся. Ладно. Так уж и быть, на красный постоим, что мы-то уже практически прибыли. Вот. Наша конечная точка сегодняшнего маршрута. Сейчас вот еще 800 метров проедемся по городу. Немножко. И все. Интересно, если бы онлайн светофоры работали, соблюдал бы кто-то правила? Там же по-разному. Кто-то зайдет, будет соблюдать правила, кто-то будет ездить и, получается, мешать тем, кто соблюдает правила. А кто-то и не будет, поэтому это как бы светофоры в онлайне какая-то еще такая тема. Неопределенная, потому что не каждый еще и будет по этим правилам ездить. Так, поезд занимал, у нас что-то тучки появляются, затягивают. Потихоньку посмурнеет. Такая же погода, как и в реальности. Так, тут сейчас базу не проехать. Ну, по-моему, туда, где порт. О, порт, ну вы поняли. Туда нам поворачивать. Потому что именно туда нам нужно. По крайней мере, там мы сами груз загружаем. Да. Никого там нет, он что-то едет. Вроде проехало все. Да. ОАО «Порт Серпов». Заезжаем. Ну и все получается. Выгружаемся. Получаем свои денежки и катим на базу отдыхать. Можно даже назвать это так. Так, сюда. Сейчас точку проеду. Еще, вот видите, от третьего лица точки неудобно ловить. 22 тысячи. Ну, не тридцатка, конечно, как мы в прошлой серии в Адрине, но все же. Неплохо, неплохо. Жить можно, можно. Плюс двадцаточка. Легально и достаточно-таки быстро заработали. Все, погнали. Ну, а вы в комментариях можете писать, приложить, на чем еще можно поработать. На автобусах, грузовиках, легковушках, может, там еще что-нибудь. Прикольно, почему бы и нет. Так что пишите. Особенно те работы, те машины, на которых я не ездил уже достаточно-таки давно.
Можете там посмотреть, допустим, по каналу зайти, да? Полистать там плейлист, тот же Мотор Депо, и посмотреть, какие машины у меня давно прям... Ну, давно я их не снимал. Да и, может, про какие-то я даже сам не знаю, забыл. В принципе, если сейчас как-то сесть, да, так извилины поднапрячь, хорошо подумать, то вспомнишь. Еще и канал полистать, но... Предлагаю сделать это вам. Передаю я это дело в ваши руки. Так что давайте, дерзайте. Ну и пишите мне потом. Красный опять. Ну ладно. Давайте, не будем нарушать традицию сегодняшнего видео. Раз у нас с самого начала было правило дорожного движения, значит, все, стоим на красном. Да, смотрите, как-то пасмурно здесь. Сейчас может пойти наш любимый, всеми любимый ненавистный дождик. Ну, в принципе, может и не пойти. Это еще как получится. Ну, ты поедешь? Давай. Мне ж тут пока разгонюсь, пока тронусь. Хоть и порожняком, все равно своя масса, свой вес. На КамАЗе, ты шо? Все, ребята, и прямиком на базу. Завершаем на этом наше видео. Наш видеоролик на сегодня, ребята, завершен. Да. Так, вот сюда заворачиваем. Ага. Протиснулись. Хоть не застряли. Ну, игроков нет, никто не мешает. Да, в принципе, если ты нормально въезжаешь, тебе никто не помешает. Все, будем на этом завершать. Глушимся и останавливаемся на ручничок. Большое спасибо за просмотр. Кто досмотрел до конца, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики, ну, делитесь видео с друзьями. Тогда все будет у нас, ребята, круто. Ну и пишите комментарии. Меня зовут Данил. Всем добра, всем мира, всем пока. Пока. Ooh.